Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Валентина на канале «Жизнь по-новому». Ну что, мои хорошие, прошла неделя, тяжелая, насыщенная. Вот что мы сделали с нашим сараем, который мы вам показывали. Вот, разобрали, сорвали всю крышу, разбили простенки. Оставили вот только этот кусочек, потому что у нас с горы идет вода, дожди очень сильные. Ну, чтобы сюда не вымывало, пока он пусть стоит. Работы здесь, конечно, еще очень много. Видите, камни, все это надо выносить. Но надо понимать, куда, чтобы по 10 раз не перетаскивать их. Вот это железо сорванное с сарая. А вот это все доски. Они, конечно, куда-то сгодятся. Мы с них что-нибудь будем строить. Вот я их так поскладывала. Железом накрыла. Приезжал наш сын старший. Ну и помог нам с этим всем делом. За полтора дня мы его раскидали. Шифер, доски, палки. В общем. Всего очень много. Но осталось еще вот разобраться с этим всем мусором. Мусором, да. И потом займемся погребом. Сарай на него упал и тоже все помял, накрытие. Но ничего. Все понемножку, потихонечку. Сегодня очень жарко у нас. А вообще я целую неделю. А какую неделю? Вот с Пасхи как начались дожди. Все так и льет. Льет безбожно. Не просто дождик, а ливни стеной идут. Вот. Конечно, с грядками беда. Что погнило, что забило, что не взошло. Ну, в общем, работаем. Сегодня что я буду делать? Сегодня сараем, пока мы останавливаемся. Немножко надо передохнуть и навести порядок в огороде. А также уже поспела у нас клубника, мы ее уже доедаем. И дети уже наелись. Это тоже, видите, сарай все повынимали. Сушим все. Вот эта дверька пойдет на калитку, на заборчик. Там вот мы, кстати, уже внизу, видите, доски привезли для забора. Вот. Так что работы. Значит, то, что не доели, осталось еще клубника на кустах очень много. Уже даже ее никто не хочет собирать. Ну вот, я собрала вчера, засыпала сахаром. Сейчас буду варить пятиминутку. Такое несложная легенькая вареница. Вот. Так что помыла баночки, помыла клубничку, засыпала сахаром. Буквально 5 минут я ее варю. Она закипает, пенку сняла в банке и закатываю. Что мы еще будем делать? Вот у нас еще есть вот такая фигня. Это чесночная стрелка. Видите, ее целая верейка у меня. Целая верейка. Я буду делать из нее пасту, я вам покажу, как я буду это делать. В прошлом году я закрывала, но моим не понравилось, у нас это не идет. Попробуем пасту. Вот у меня верейка и вон еще целая корзинка. Так что рабочий день насыщенный. Сделаем все это, потом мы еще будем кропить картошечку, потому что то, что мы покропили, уже дожди смыли. Мы брызгаем биоактивным, то есть не химическими препаратами, а такими легкими. Вот. Поэтому дожди очень быстро у нас это смывают. Ну ничего, будем брызгать еще картошечку сегодня. Вот. Также еще надо мне досадить мой перец. Вон он стоит у меня. Вот. Это уже, наверное, вечером. И буду садить базилик. Вот он стоит у меня. Это рассада. Так что, друзья, работы валом. Здесь некогда нам. Вот. Муж он сейчас вон занавесочку делает, чтобы мухи не залетали. Так что день очень жаркий. И пока сегодня нет дождя, вот, надо что-то поделать. Буду вам показывать. До новых встреч. С вами была Валентина. Пока-пока.